сегодняшнем видео мы будем готовить самое популярное летнее блюдо. Это кабачковая икра. Что нам нужно? Кабачки. Несколько штук. В моем случае два. Нарезаем их квадратиками. Все составляющие будут простые, доступные, а самое главное, что недорогие. Нарезанные кабачки высыпаем в емкость, в которой мы будем потом тушить. Вот так вот все нарезаем, не спешим, делаем все аккуратно. Кабачков сейчас много. Берем лук. Лук мы также нарезаем. У многих есть дачи, огороды. Вот так вот мы таким образом нарезаем лук. Кабачков берем 2-3 штуки средних. Лука берем тоже средних головок, штуки 4. Лук мы тоже высыпаем пока в отдельную емкость. Дальше берем вот такие вот красивые помидоры. Тоже среднего размера. И нарезаем их. Стараемся квадратиками, но нарезаем как получается. Вот так вот все ярко и аппетитно выглядит. Высыпаем их тоже в отдельную емкость. Все ингредиенты у нас пока в отдельных емкостях. Лук, помидоры и кабачки. Дальше ставим сковороду на огонь. Наливаем растительное масло. В кабачки мы тоже наливаем растительное масло, чтобы не пригорали. Когда сковорода разогрелась, мы высыпаем в нее лук нарезанный наш. Тщательно перемешиваем. Не забываем помешивать и кабачки, чтобы они не пригорали. И в это же время мешаем лук. Дальше мы добавляем в лук помидоры нарезанные. И тоже все это дело перемешиваем. Вот так вот все бурлит, кипит. Пока все бурлит, мы берем чеснок. Высыпаем все со сковороды в кабачки. Добавляем чеснок, нарезанный мелко. Солим. Добавляем меленой паприки. У кого есть свежий перец, можно свежего перца добавить. И добавляем черный молотый перец. Все это дело тоже мы перемешиваем. И оставляем, чтобы оно протушилось. Тушится оно около часа. И получается вот такая вот вкуснятина. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. Смотрите другие мои видео. Там будет много полезных и вкусных рецептов. А самое главное, что самых простых.